Итак, у нас сегодня 5 апреля, до соревнований совсем осталось мало дней, и я продолжаю, у меня идет третья неделя сушки. Ну, в общем-то, в принципе, видно вам, не видно, но я вам потом позже попозирую, покажу в видео, как я релируюсь. Значит, обычно я сейчас тренируюсь 3-4 раза в неделю. Три тренировки в день делаю. Утреннюю, дневную и вечернюю. Утром я обычно работаю в аэробном режиме. Ну вот, например, сегодня я с утра сделал, я размялся, делал подъем ног сидя. Сделал 10 подходов по 30 раз, то есть 300 раз поднял ноги. Ну, это за 10 минут получилось. А потом начал приседания со штангой 50 килограмм. Ну, в смите приседал. 10 подходов по 30 раз сделал. В дальнейшем покажу видео, смотрите видео, как я выполнял. Выполнил за 43 минуты. Итак, с разминкой общая тренировка утренняя получилась 53 минуты. Днем я, скорее всего, буду делать либо грудь, либо спину. Как говорится, что на что, ну, соберусь. Надо делать, в принципе, и то, и другое. Поэтому посмотрю, сейчас еще не решил. Ну, а вечером будут руки и плечи. Смотрите мой канал.